Ты же вроде неуязвим для их воздействия, так? А я простая девчонка. Мне туда соваться нельзя. Теперь слушай внимательно. Ты идешь вперед, ищешь тварь. Думаю, раз они тебя так любили, черный тебя почует и сам выйдет. Старайся оставаться на виду. Я буду тебя прикрывать. Можешь на меня рассчитывать. Если вдруг у тебя дрогнет рука, я не подведу. Ладно. Удачи! Я на месте. Вижу тебя. Так, слушай, и правда до сих пор что-то чудит. А хорошо вы тут все отутюжили. Одни воронки. Странно. Столько времени прошло. Что-то может гореть. Есть какое-то движение. Приготовься. Сейчас я по ним поработаю. Это не черный. Это страшно. Держись, сейчас еще набегут. Еще тройка, работаем. Прыгай за ним, Артём! Там не обойтись!
Налево! Существо, которое я встретил на выжженных останках ботанического сада, выглядит как черный и смогло проникнуть в мое сознание, доставая и вытряхивая из меня самое сокровенное. Но это был только детеныш. И я уверен, он меня узнал. Узнал и испугался. И смог на какое-то время вывести меня из строя. Этого хватило, чтобы оказаться в плену. Господин штурмбанфюрер, свежее поступление. Двое красных и боец ордена были захвачены возле ботанического сада. Около рейнджера был обнаружен мутант размером с ребенка. Он также был доставлен в рейх. Ладно, потом разберусь. Что по этому? Подозрение в генетическом уродстве. У меня в норме все. Две руки, две ноги, пальцев сколько положено. Я нормальный, нормальный. И вообще, я гражданин Ганзы. Молчать! Это ты на Ганзе, гражданин. А тут подозреваемый в мутации. И это мы сейчас проверим. Если твой череп правильных пропорций, ты свободен. Если нет, ты недочеловек. Урод! Это произвол! Да стой ты спокойно. Что там у тебя? Так, 318 миллиметров на 302. Смотрим в табличке. Ну вот, поздравляю. Ты мутант! Нет, нет, пожалуйста! В мусоропровод! Вопрос простой. Какое задание выполняли в ботаническом саду? У разведки своей спроси, фашист недоделанный. Читаю до трех. Один. Слава красной линии! Два. Да здравствует, товарищ Москвин! Три! Я расскажу, но не при посторонних. Меня убьют, если узнают. Этого во второй блок. Обычно Рейх не вмешивается в дела Ордена. Но тут нам одновременно попались рейнджер, красные и мутант. Что все это значит? Говори или получишь пулю. Бери офицера. Ах ты! Нож оставь себе. Ты, я так понимаю, из Ордена, со Спарты, а я с Красной линии. Наши начальники, может, в засосы не целуются, но нам-то, простым солдатам, что с того? Так, понятно, дистанционный замок. Я одно знаю, в одиночку отсюда не выбраться, а вместе шанс есть. Так, а что они там говорили про мусоропровод? Ладно, выбираемся из этого концлагеря, там посмотрим. Ай,
Пойдем. О, знакомые трубы. Это у них типовое решение для таких заведений. Если бунт или еще что, вся тюрьма становится большой газовой камерой. Лифт уедет, дальше двинем. Двинули. Ё-моё. Я, конечно, слышал, что у них тут где-то концлагерь, но такие вот масштабы. Да. Вон там, лаз на той стороне. Ладно, я первый, ты за мной. Только тихо, а то газ пустят. Так. Двинули. Ты, главное, на свет не показывайся. Темнота, друг диверсанта. Так, кажись, проскочили. Ну-ка. Решетка. Хрена с два. Видно, мало каши ел. Да, тут не пройти. Ладно, куда дальше-то? А что если... Братишка, а ну-ка подсади. Так, а сейчас представь, что ты маленькая сука-мышка. Пригнись и потихоньку. Теперь тихонечко двигаем вперед. Ты с такими клешнями напортачишь всякого. А так, как хорошо. Пристрелим мы тебя и людей сбережем. Нет, стрелять мы его не станем. Отомри! Спасибо, господин офицер, спасибо. Стрелять не экономно. Фюрер считает, что уроды не заслуживают... За мной! ...виселицы. Удобно и зрелищно. Но это единственный вопрос, по которому я не вполне согласен с фюрером. Делаем так. Ты правого, я левого. Я своего отвлекаю, тут ты снимаешь своего. Ферштейн, давай, только раньше времени не начинай. Все, работаем. А что же делать? Пожалуйста, я электрик. А вот отличное решение. Забить его лопатой. Экономно, очень гигиенично, вполне. Слышал? Что это? Вроде что-то упало. Штукатурка, может? Сыроту? Так, заключенный 103. Это вы произвели шум? Не я, богом клянусь. Смотри. Ничего у тебя, парень, не получится. Даже не вякнул, только подохнем все. Слушай, эй, слышишь меня? Там рычаг, он лестницу опускает. Перебей их столько, сколько сможешь. Нам всем все равно конец. Выкрути лампочку. Давай на ту сторону. Может, там выйдет подняться. Пожрать. Встретимся наверху. Не пуха. Пожрать. Кормить тебя еще. Тебе ж подыхать все равно. Хоть грибом. Слышь, парень, открой замки. В караулке пульт. В караулке. Да, молодой человек. Вижу, что вы сюда не на прогулку пришли. Это что сейчас было? Кому там локти повывернуть, чтоб не толкался? Что значит, ты его отпустил? Ты что, рехнулся? Его же обершарфюрер приказал в расход. Это же трибунал за сочувствие уродам. Не знаю я. Я смотрю на него. И вместо этой черной обезьяны сморщенной вдруг вижу своего пацана. Сынишку своего. Ну и... А тут еще этот торговец Ганзы. Продай, говорит, зверька, че его стрелять? Хорошие бабки, говорит, дам. Ну я и... И что? Заплатил? А то.
Ты это... Послушай, я готов поделиться. Мне одному много. Ты только обершарфюреру не надо. Там 200 патронов дали. Половина моя. Так, чего гуляем? Так конец смены у нас. Тогда нечего здесь торчать. Марш в казарму. Есть, герр-обершарфюрер. Что такое?